Юху, всем привет! Да, вам показалось, что это слишком радостное. Нет, это все не так. Я, как всегда, замучен жизнью. Да, шучу. Все как обычно. Итак, мы проходим заново... О, прикольно, чисто. Заново это подземелье. И оно после того, как я воткнул, оно сбросилось. Походу, мне надо пройти все заново. Я что-то не посмотрел, может ли... Сбросилась ли только эта часть или все части? У вас, сколько я вижу, все закрыты. Давайте его закончим и посмотрим. Ну, хотя лучше пройти все. Да ладно, чё уж там. Проиграли так проиграли. Походим, покачаемся еще. Эта же игра специально сделана так, чтобы я шарился и качался. Ведь так же. Да уж. Ну, я не думаю, что на каком этом уровне? Уже 10-й, почти 9-й. Что мы будем сейчас... восьмой еще. Да. Чтобы будем сталкиваться с определенными проблемами. В плане, что... Ой! 14. Да ладно! Три хода! 2%? Жесть! Да ладно, она и не лечится еще. Да, но зато мы теперь знаем, как она работает. А уж не самый лучший был мой ход. 8%, это ж капец, дофига. Мы нашли карту подземелья, классно. А, ну все, то есть теперь знаю, как пробежать. По-моему, читал, но если не читал, почитайте. Иногда бывает читать полезно. Вы по мне видите, я уже почти становлюсь похожим на человека. Наверное. Да хотя шучу, какой из меня человек? Вы чё? Сейчас только мне кажется, здесь слишком громкая музыка. Вот так вот. О, и теперь вам меня будет слышно лучше. Не знаю, к счастью это или к радости, горю или ещё к чему. На-на. Надеюсь, вы будете довольны. Хе-хе-хе. Блин. А, могучий прием. Сними он с нас весь негативный. Негативное все воздействие. Я же зря использовал, но блин, зато все теперь нормально, да. А, громила или этот? Да без разницы, надо. Ладно. Мне нравится, как бьет голем, он только замахивается, и кажется, вот это круто, но блин. Кать сам попрет. Черт, надо был защитный прием. Посмотрите, какой у него замах. На! Вот он прям разгоняет. Так. Это сколько потратить? 14, а у него 15 осталось. Да ладно, издевайтесь. Черт, не так! Что-то я забыл. 6-6-12, да, даже копейки. Даже не смешно, давай. На-на! Давай, дарь по нему бодрящим ударом. Хо-хо! Это что-то сильное было, я, по-моему, так не бил. Либо я просто это не использовал никогда. Ну, нормально, еще таких 90 убить и все. Что с этим делать? Нельзя использовать, пока враги поблизости. Слышь, иди сюда. О, я это разгадал, загадка довольно простая. Ну, мы будем тебя бить все, кому не лень. Так, ослабили, вот это что самое хорошее. Шанс оглушить. Да. Все. Надо подумать, кого брать, но нам, по идее, нужны хилы. И он нужен. Возможно, ее выкину. Она просто замена его. Она может на себя натравливать. А, это телепорт, да, получается. Так, в проход тут был что-то... Так, так, так. 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 Так.
Так. Нет. Так. Так, все, изи. Даже особо не думал. Да, в принципе, как обычно. Так, 9 монет. 9 монет это хорошо. Так, ну здесь по большей степени мы все сделали. Телепортнуться мы можем только дальше, а нам это не нужно. А идем отсюда. Теперь в бок заглянем. Ну. И, по идее, мы можем где-то рецепты взять, или уже можем делать всякие аптечки делать. По идее, это надо делать и использовать. Но я обычно расходниками особо не пользуюсь, не знаю почему. Но хотя были старые игры, когда мне приходилось использовать. Давайте его прочитал даже. Ну, раньше заняться особо нечем было, и ты тратил времени на то, что только мог. То есть ты уже изучал механику, изучал игру. То есть вот сейчас я прохожу Neverwinter, я играю его просто как нубиар. Я не помню ничего. Отбить с фонтана. Ништяк. А раньше я, можно сказать, знал механики, знал, как прокачиваться, знал, когда надо брать этот... Скажите, я вам скажу. Второй мультикласс, потому что определенные классы давали бонусы. Я там брал варвара и воина и так далее. А сейчас я беру стандарт, и не парюсь. Давай. Нехорошо. А, он только одного бьет? Еще лучше. Да нет, бесполезно. Ну-ну. Это сам попрет. Где? Взорвать должен был. Игра, я не понял, что за нафиг. Давайте осколки. Дар природы. Укол. Я. А чё, ты же должен был во второй удар попасть. О, мы что-то сняли. Я не знаю, что мы сделали, но мы что-то сделали. Дар природы, надо почитать, что он дает. Ага, 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 ага. Вот капец. Нет, здесь еще нету. Дальше были, если помните, мы обращали на стены внимание, и там были разрушены стены. Так, это опять тот гад, которого неизвестно опускать, не опускать. А, ну я отпустил его. И, наверное, я смогу его увидеть на глубоких уровнях, где я умер. Ну, больше по своей глупости, потому что я сразу заагрил много врагов. А надо агрить было по одному. Да, обидно было, конечно. Ну, я не знал, там, конечно, был написан сброс подземелья, но я не придал этому особо никакого значения. Но, как говорится, на ошибках учатся. Сейчас, допустим, мы проиграем, но в следующий раз мы это учтем и не будем повторять ошибок. Интеллект. Да-да-да-да-да. Давай, беги туда. Ну и все, как делать? Как делать нечего. Так, ну этих мы разобьем. Вот это самое опасное получается. Мышка-то ладно. Чем мне делать? Давай, ава. На! Хе-хе-хе-хе-хе. И укол. Пусть умирает медленно. Хотя должно умереть. Проворность. Ну и всего лишь 24. Так. Осколки. Давай просто осколки. А, способность. Что дает дар природы? Дар природы в течение следующих 3 ходов. Каждый раз союзник получает урон. Получает... Да, пусть будет. Ты что? Давай, вытягивание жизни. Мена! Ну, она, конечно, слабенькая, но фиг знает. Но получает жизнь только вот с тех кровотечений. То есть у него была способность, которая всех коцает.
и наносит кровотечение. Это было хорошо. Что это такое? Используется нокдаун. Все, и теперь надо будет найти эту фигню. А вот куда идти искать неизвестно. У меня что, две перчатки, да, было? Походу. Ну, найдем. Нет, значит, подарили перчатку, что поделать. И всем же везет. Довольно рядом упал, неожиданно даже. Так. Ого. Урон больше, оглушающий удар. Прикольно. Не ожидал такого я. Так, теперь мне только вверх на две позиции и влево. Там тупичок, его зашарим и еще выше. Быстро победим этого клинка-демона. Никак, а демона, клинка-демона. И пойдем на следующий уровень. Либо прям сразу на самый максимальный, если это возможно. Будет хорошо, если он скидывает только сам, ну вот, само прохождение подземелья, а не все. По идее, так и должно быть, потому что, наверное, просто я неправильно поступил и нажал. Ну, сейчас увидим. Возможно, оно и скинется, потому что я начал с первого. Но возможно, нет. Но в любом другом случае, эта игра сделана так, что бы ты ни делал, ты качаешься. Стой. О, да ладно. Там почитайте, если вам интересно. Пошли. Давай. На. Всякий хлам. Ёп. Ай. Он всех покосал, да ты издеваешься? А чё, я открыть здесь никак не могу? Да ладно. Вот мой рычаг. Надо было наоборот делать. Кто ж знал. Сейчас что-то новенькое, я такого не помню. Чтобы каждый раз она генерируется заново, да? Так. Но нам, получается, надо взять это. Это. Что-то там должно быть, да, наверное? Вот этот, наверное. Сейчас и узнаем. Нет. Ай, ты ж собака. Порезался. Прям новая локация. Слушайте, я прям не узнаю ее вообще. Все получим неприятный удар. Восстанавливай, давай. Хоть по чуть-чуть, но восстановим. О, колечко. Вот никак вы ничему не научитесь, а? Одним ударом. Дополнительная сила или что-то. Чем больше мы их убиваем, тем больше мы получаем. Но не забывайте, каждый убитый враг — это плюс нам.
Привет, друг. Не, я ж тебе сказал, друг. Френдли, френдли, это что? А, без разницы. Такой взял. Ага, фигня, если еще так убивать можно. А я фигней тут страдаю. Да ладно. А зачем я сюда бежал, если здесь ничего нет? Наверное, что-то есть, но я не вижу. Возможно, какие-то истории, я не знаю. Мы здесь уже столько шаримся, что я пока эти истории читать не буду. Это просто не имеет смысла. Да их и никто не слушает по большей степени. Да-да-да, основная проблема. Папа. Папа. Ага. Ага. И вот этот блоб поймать надо. Давай-давай-давай. Опа. Не успел. Права, деньги. 8 монет вообще даже не серьезно. Эй, блоб. Собака, стой. Фига себе. Не ожидал. Так, да, тут ничего. Да, блин, закройся. Мышка, лапыш, а что ж вас так много? А по одному, по одному? Вот собаки, а? Не хотят по одному, не хотят. И все трое сейчас нападут. Ай, блин. Ладно. Мы можем сделать могучий прием. Нам нечего бояться будет. Уже не пробьем. Ну давай, покажи, покажи, что ты можешь. Фу. Он даже четвертый сильный, вы офигели. Так. 10. Давай еще ударим. Чёртовы боксеры. Так, бодрящий удар. Что-то его все бьют и бьют, надо лечиться будет. О-о-о. По особенности... Ага. Лупи его. Излишняя жестокость, дополнительный опыт. А, когда красиво убиваешь, тоже опыт. Я как-то не обращал внимания. Всегда нужно добивать их мощно, чтобы не страдали. Вот нападают по втроем. Так, и ради чего я шел? О! Курточка! Кажется, все хорошо, но она по всем параметрам ниже. Обидно. Но зато мы почти закончили. Осталось буквально две локации. И пойдем на следующий уровень. Нет, мы должны затащить максимальный. Так, телепорта нету, да? Ну ладно, пошли. И когда мы затащим максимальный уровень... А, здесь можно. Ой. Даже не париться-то. Правда, зацепило и, по-моему. Не 15, нифига, а больше. А, ну я это взламывал.
Да, дивер зачистим, а то меня вот это раздражает. Слышь? Вот, один против троих, это хорошо. У нас нет выбора. Страх это не ко мне, но-но. Я вижу, мозгами ты не особо одарен. Раз напал на такую группу людей. Вот так, убивая по одному, я могу полностью вылечить. Паучок. Слышь, да? А то, видите, мне нанесли 14 удара, у меня жизнь не полная. Урон. Да, капец. О, классно. Знаете, похоже на такую игру, как Фарм раньше был, старых ММО. Вот такой бегаешь, 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 бегаешь. Ну, я не знаю почему, но мне эта игра попала. Файн. Кто был лобутун? Давай. Дай мне силу. Ладно, я все понимаю, но почему слизняки с ними? На-на. О, а нет, не пробил, я думал пробьет. Оглушен. Способности делают обстрел, давай. Способности бодрящий удар, давай. Ну, зря, что он тебе не нравился. Это была почти честная битва. Да, мы их просто избили. А? Установить... Поднять со дна. Подними со дна. Выкрутите ручку, и у вас создается ощущение, что ведро с каждой секундой все тяжелее и тяжелее. Когда ведро оказывается на самом верху, вы находите в нем крошечное кольцо. Да? Он уменьшает выносливость или проворность. Зато увеличивает... Урон. Нет. Что-то, по-моему, тут даже история каждый раз разная загружается. Не скажу, что она прям принципиально разная или еще что-то. Это вроде. Так, ладно. Осталось 3 комнаты. Блин, за эту серию закончим легкий уровень. А то скоро надо издеваться будет. Он говорит, фу, пройти не можешь, еще играешь. Что-то еще рассчитываешь, мы тебя и так особо не смотрим. А так, видите, если я до чего-то докачаюсь, может, меня станут уважать. Хотя вряд ли. И что, скоро у меня выйдет, как вам сказать, выход серии по дням. То есть я уже не смогу снимать каждый день, я буду снимать. А, в смысле, по куче в день я буду снимать по одной серии в день, скорее всего. Возможно, подлиннее, возможно, нет. Возможно, как раз там будет и рассказ подольше. Ты ж шапака. Получилось. И распишись. 14. Выживи же, собака. Че ты не умер? Ну, в смысле, умер, но не так, как надо. Давай. Сделай это красиво. Да, взорвался, как непонятно что. И вот. Тогда я, наверное, смогу нормально рассказывать историю. А то иногда бывает рассказываешь одну историю в серии и думаешь, что тебя будут смотреть, слушать, еще что-то. Че? Когда ваши войска покинут приют воителей, к артефакту будут направлены маги. Доп-квесты, что ли? А, я рассказываю, рассказываю, а никто не дослушивает. Потом заново рассказывать, не знаю. Или как... Ух ты ж, тройка. О, он еще и обстрелял. Да хватит пить-то меня. Так, надо его убрать.
ты. Дай всем силу. С другой стороны, у нее прикольная сила. Ну, тупо дает щит, и можно жизни не тратить. Но у нее инициативы не хватает. Кто там следующий ходит? Ты. Сюда. Не ходишь ты нифига, понял? 13. Серьезно думаешь, что это меня заденет как? Натиск. Обстрел. Нет, походу обычный удар. Да. Не выбили. Сейчас опять ударит, да? По всем. Ха-ха-ха-ха-ха. Два раза. Способности. Бодрящий удар. Да пусть ударит кто-нибудь. Вообще без разницы. Что есть, что нет. О, талант зверолов. Что это значит? Талант. Обстрелить. Талант зверолов. Походу я их убил достаточно, натерпелся зверолов. Так, стойте. Что такое талант? Вот. У тебя? Что значит зверолов? Что это за талант? Или это просто то, что вот здесь я мышек достаточно убил? А, да, зверолов. Увеличь, получаем героями опыт на 5. Ага. Но смотрите, увеличит вероятность на 1% для всех героев. А, проворность? Думаю, что я читаю? Какая вероятность? Слизней сколько? Блин, видите, мне их еще косить и косить, косить и косить. Давай назад. Ты. Ну, тут максимум то, что можно. Ты. Тоже. Красиво. Видите, потихоньку все увеличивается. И это нам хорошо. О-о-о-о-о. Победить 100 врагов. Вот это вообще опасная вещь. Очень сильно бьет. А это оборотни. Вот ряд оборотней. Вот ряд оборотней. Это тоже мышка какая-то. Вообще здесь дофига всяких животных. О, что-то сундуки тут красивые. Ну-ка, оружие новое. Меньше крит удар. Ну ладно, это не так страшно. Криту я не так часто. Так, какая-то книжка опять. Ты будешь смеяться, но я забыл, откуда я пришел. Кажись, отсюда, да? Да, сюда спустился, сюда пришел. Да, вверх не смотрел пока. А может, стоило бы? Пойди, постреляй. Интересно, что появились такие интересные сундуки, так это связано с тем, что я второй раз прохожу или нет? Потому что чем чаще проходишь, тем лучше лут. Давай, иди, сразимся. Какой-то теперь не автомат, это должна быть обычная пушка. Наблюдаем за рукой. А, давай опять всем дадим. Он еще и силу атаки дает, ничего себе. Вот сейчас, что у него в руке будет? Блин, не пострел. Минус один. Всего лишь-то. О, да, видите, не автомат уже, какая-то пушка. Пушка-то заглушка. Что я несу? Да ладно, не суть важна. Надо бы, кстати, проверить, возможно... Блин, думаю, что происходит. Возможно, просто слишком далеко микрофон держу, и всегда кажется довольно глухой звук. Нет, конечно, микрофон надо менять, я не спорю. Но я его скоро заменю. Это вопрос времени. Буквально где-то еще месяц плюс-минус. Может, раньше. А что нет-то? Ну, я же могу заменить? Могу. О, аж говорю, все по-другому стало. Так, станок. Слабый меч, слабая перчатка.
Так, что все я могу сделать? Стой. Кулон, конечно, говорит, хороший. Но создать не могу. Да. Шанс успеха еще ужас. А, это в смысле, если создам из того, что есть. Видите, мне нужна качественная... качественная эта плитка. Качественный слиток прибрежного железа. О, могу. Успех. Так. Потом мне нужен слабый сгусток маны. А где его вытащить, никто не знает. Ну ладно. Атаку. В принципе, тут я могу на толпу прыгать, потому что их тут не так много. Да и как-то пофиг. Я первый напал. Надо убрать одного. Наверное, его. Надо. Минус. А сейчас вот ты. Я же говорю, довольно ожидаемый удар у него. На. Не того, того. Промазал. Ладно. Бывает. Черт, неудачно прыгнул, да? Прости. Да без разницы. Четырнадцать, конечно, мало, но все равно по чуть-чуть. Уже хорошо. Че? Вы замечаете книгу, изысканная обложка. Когда вы ее открываете, однако, вы видите, что все страницы пусты. Вы уже собираетесь закрыть ее, как на первой странице волшебным образом проступают слова. Не желаешь ли ты прочесть историю? Написать пером. Да, как в Гарри Поттере. Давай сперва кое-что уточним. Кто герой этой истории, воин или разбойник? Воин. Наверное, просто книжка рассказывает. Хан вошел через главный вход, давайте просто протыкаем. Ага. Написать Хану, поднять щит. Написать она была заточена навеки. Заточена навеки, да. Ну, нормально. Может было поразбираться, но это лень. Что-то все другое, я думал, что быстрее. Не нравится мне это. Что все другое? Ясное дело, это ловушка. Фолиан, может, прочесть его? Да, пожалуй. Квин, Солнце Король, правил долго и властно. На земле всегда была его власть. Ломились подвалы от тысяч монет, но он ни один не забрал на тот свет. Подпись Квин, четырехлапый, еле... Виднеется внизу записка, как будто автор пытается стереть ее. А без разницы. Ловушка так ловушка. Чё мне третий уровень сделать? Мимик. Мимик, офигеть. Я с мимиком еще не сражался. Ого, крутую вещь мы сделали. На тебя. Кого-кого, мимика я не ждал увидеть. Хо-хо. Это все, что ты можешь сделать. Всех ударил, офигеть. А ты бодрячим давай бей. Слишком красиво, чтоб быть правдой. Но мимик прикольный. Я, конечно, не ожидал мимика получить, но тоже неплохо. Две куртки уже выдал.
О, крутая вещь. Так, поджигать. При каждом ударе сфера здесь наносит дополнительный урон 20. Обалдеть. Шипы. Шипы наносят 2 урона врагу за каждый удар по герою. Бесполезно. Все-таки не знаю, с чем связано. С каждым проходом или нет. Но мне нравится. То, что он изменился. Тебе будет больно. Причем больнее, чем мне. Причем как бы ты ни старался. Давай, покажи ему удар. А, один удар мы спасли. Хо-хо. Ну, прикольно, если он сожрал. Ну, мимик здесь классно нарисован, мне нравится. Мне сейчас не нравится, как все нарисованы. Это я редко по игре говорю. О, перчаточка. Окей. Блин, надо быстрее пройти, что-то осталось. О, почти. Пройдем подземелье и закончим. Давай. Фак, все. Вы все умрете, ты же понимаешь? А че ты первый? Подожди, подожди, подожди. Нет. Оглуши, оглуши, оглуши. Походу, как бы мы историю прочитали, был бы разный баф. И это очень круто. Кого ты ударишь? Бум. Всего три. Так. Лупи ему. А и ты лупи ему. А ты давай. Бодрящим же. А, без разницы. Ого, 64. Куда мы уже уровень-то получим? Наверное, не скоро. Все, следующий должен быть финал с боссом. Давай, давай. Да, использую один раз, да. На эту историю мы видели, стандартная история. Он что-то утащил. Кто-то и что-то утащил. И теперь босс. Да. Гол. Да. А, хотя надо было супер удар сделать. Лучше мы защиту дадим. Защита-то получше будет. Потому что тогда он жизнь нам не пробьет, он может спокойно дальше драться и использовать всякую фигню. Это было очень кстати. Да, я знаю. Так, что я могу сделать? Пока ничего. Хотя могу дать опять прием. Лучше нанесем удар этим чуваком. Способности силы земли. Давай способности бодрящий удар. Давай защитный прием. Просто бей его. А теперь дай ему красиво. Блин, рисовка, я не знаю почему, но у меня рисовка не будет. Я, наверное, играю за счет рисовки. Игра вообще простая, здесь думать не надо ничего не так вообще. Все, пык-пык-пык-пык-пык. Буквально еще парочку убить. Все, о, меч осколок, сундук. Меч, так себе, осколок. Да фиг знает, что с ним делать, мне их он уже 3. Что-то сделать, видно, можно. Меч слабый.
И перчатка. Да. Ну вот и мы и доиграли. А что, все? Ничего не было? Ну ладно. Ну что ж, давайте на этом закончим. В принципе, мы все затащили. И в следующей серии уже как раз попробуем посмотреть, что будет, когда мы пойдем на следующий уровень. Типа, сможем взять ли самый максимальный или нет. Ну что ж, всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.